Здоровенькие ребята, вы на канале World Mac, и вот пример того, что, похоже, реакция на реакцию никогда не кончится. Какой-то потрясающий великий человек под ником Аврал, спасибо ему огромное, решил вне очереди всех закинуть заказ на вот это вот видео. Я просто в офиге. Это у нас сборка, такая нарезка смеха Реборна, который смотрит сам Реборн. Я все могу понять, но похоже, что реальный мир никогда, никогда не остановится. Ни люди, ни, походу, судьба не оставит нас без реакции на реакцию. Похоже, что это уже какое-то негласное правило вселенной. Ай, блин, а ведь кто-то уже заикался про то, что Реборн сделал реакцию на антимани, ту самую, которая нарастала, и... Ребят, пожалуйста, не надо, я вас прошу, не надо остановить это колесо сансары, прошу вас. Ну да ладно, давайте уж посмотрим, какой же мощный смешок у Реборна, хотя он и так у него... Ладно, погнали. Привет, это Реборн, это тоже, кстати, Реборн. Вот, на одном из своих последних стримов мой подписчик под ником Смехомания, спасибо ему большое за это, через донатик, да, естественно, просил меня посмотреть нарезки смеха Реборна. Что? Такие ролики существуют, какого фига? Я не знаю, как я буду это воспринимать, потому что мне кажется, я буду сидеть и кринжевать, потому что, ну, как бы, смотреть реакции на самого себя, точнее, делать реакцию на реакцию свой себя на какой-то ролик, это странно. Но мне так кажется, по крайней мере. Вот, в любом случае, давайте глянем. Ладно. Да есть бы что-то интересное. Поехали. Я не обещаю, что я буду ржать, но вот этот вот челик, вот этот, ржать точно будет. Да я думаю, все будем ржать. Просто из абсурдности. Погнали. Окей. Блять, как на старом микрофоне-то он с хренового смеха звучал, а? Да ладно, нормально. Честно, лучше уж пусть будет BM-800, чем какой-нибудь условный микрофон из разряда палка-огуречек, купил в фикс-прайсе и взорвался человечек, потому что уши вынесло. Вот понимаете, в чем прикол? Когда ты смотришь это подряд такой нарезкой, это уже вызывает какой-то очень странный эффект. Одно дело просто, реакция, смотрите, там иногда смешки Реборна. Но когда это вместе, то получается, знаете, какой-то прям эффект толпы, как будто просто тысячи Реборнов встает и просто... И все, у тебя уже крыша едет. Да хватит! Что за хуйня? Блядь! Что происходит, нахуй? Я хоть слово скажу или просто ржать буду. Ну так это нарезка смеха, блядь. Короче, я так понимаю, походу, это какой-то особый тренинг того, как стать Джокером. Знаешь, откуда у меня эти шрамы? Я смотрел это видео час. И все, и вот так появляются новые жакеи. Девушки с ровными зубами так сидят отдельно. Окей. Что еще нужно для счастья? Реборн, еще один Реборн и японские подмышечки. Господи, как это неправильно звучит. Хватит, блядь, это что, с одного ролика все будет? Ебать, 2 минуты смеха с одного видоса взяли, что за жесть? Куда так много? И рука у нее еще как будто... Уже мужик обкамился, господи! Он не выдерживает! Что за хуйня, блядь? Он говорит, вы что, такое жилье? Блядь! Я не думал, что я буду со своего смеха ржать. Что за чушь? Уяренький обе руки, смотри, как садился. Да, блядь. Да хватит! По-моему, я уже шизею, нахуй. Хватит! Господи! Аврал, спасибо тебе большое! Но я тебе, с одной стороны, понимаешь, я тебя люблю, но с другой стороны, немножко ненавижу, потому что у меня крыша едет. Я абстрагировался вообще от всего, как будто бы я смотрю не себя, как будто бы я смотрю какого-то другого челика, я не понимаю, что происходит. Ай, блядь, дайте, дай, дождите. Ай, водичка, спаси меня.
Спасибо. Ролик шел 9 минут, и там 2 минуты с половиной смеха. Чё происходит? А ты чё, Леборд, забыл, как ты ржёшь порой? Тебя ж хрен остановишь. Я думаю, когда-нибудь, если человечество изобретёт электрогенератор, работающий на смехе, типа как корпорации монстров, то Реборн точно будет одним из главных промышленников этого ёбаного мира. Безвкусные эти листья. Я хочу есть нечаянные листья. Это не листья. Отдай им, родные мужики. Надеюсь, вам понравилось. Чё, блядь? А, о, смотри, уже другой ролик пошел. У меня нет других слов, я не понимаю, что происходит. Здесь весь ролик, понимаете, даже не нужно дополнительных слов, просто... Там ха-ха, тут ха-ха, и у меня ха-ха. Если это продолжится, то, походу, и дальше будет ха-ха. И в итоге весь мир захахакается до смерти, блядь. Пожалуйста, только не до смерти, просто всем позитивы. Я знаю, что смех продлевает жизнь, но в некоторых случаях это уже душит. Мама выглянула из кухни, ментовы забрали 100%. Они заходят, потому что они остались. Не надо нахуй пахнуть. На кухне я сделал. Да, блять, какая дичь. Ну, хватит. О, Савень, прикольная, слушай. Хорошая сова, там краски тетка была, а я думала сова. Я тут больше за смеха Куплинову проорал. Да здесь сразу же, знаете, такая рекурсия. Тут смех, там смех, здесь смех есть. Блять, пожалуйста, ребята, главное, не наращивайте это в ебучих, блять, опять Ураборос. Пока это не дойдет через, пожалуйста, блять. Ал, сука. Я попал в какую-то мультивселенную, где я ржу на протяжении 2,5 минут. А потом, сука, смотрю это и опять ржу на протяжении уже 4 минут. Чё происходит? Блять, это... Блять, портал так открывается, там вместо этих Человеков-пауков, Майлсов, Аббасов, этих Мигель и Авашар, там вот просто куча реборнов, и все, и каждый... И вот вообще просто уже крыша едет. Ой, господи. Хватит! Спасибо большое подписчику за просьбу. Кто это сделал? И спасибо ему тоже. За... Блять, нахрена? Непонятно. Хотя многие люди меня просят 10-часовую версию смеха. Интересно, со всех... Блять, сколько там у меня уже? 5000 роликов, наверное, на всех каналах, даже больше. Получится собрать 10 часов или нет? Кто это сделает, блядь, лайк поставлю. Ну и ладно, и здесь тоже поставлю, естественно, лайкусь. Спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилось этот... Да заебись! Что, я не знаю, как это назвать. Если вам понравилось, вы знаете, что надо делать. С вами всегда был Реборн, спасибо за просмотр, пока. Да пакеты, Реборн, блядь. Господи, Сашо. Короче, что я могу сказать, ребята? Ну, круто, все круто. Ай, спасибо за заказ огромный великому человеку, ну, блядь. Понимаете, вот есть вещи, за которые ты уважаешь человека, но когда эти вещи становятся чем-то вот из такого, тебе уже тяжело, блядь, из-за чего я думаю, когда-нибудь, если меня реально попросят какую-нибудь, блядь, там, более огромную версию вот этого смеха Реборда, я думаю, я превращусь под конец мексиканского Джокера, который начнет просто с ума сходить, все разносить и угрожать миру ядерным тако, блядь. Короче, спасибо, респект и лайк. Если как кто-то станет жертвой этой рекурсии, попадется сюда, пожалуйста. Мир вам и спокойствие. Держитесь, ребята, вы не одиноки. Короче, Реборн, уважуха. Тому, кто это нарезал, тоже уважуха. И спокойной вам ночи, дружки.